Russia 2020 по компетенциям преподавания музыки в школе и преподавания в младших классах. Слово для приветствия участников чемпионата предоставляется руководителю специализированного центра компетенций, директору Красноярского педагогического колледжа номер 1 имени Максима Горького Татьяне Александровне Алексеевой. Дорогие друзья, добрый день! Я приветствую всех, кто принимает участие в нашем 8-м открытом региональном чемпионате WorldSkills Россия «Молодые профессионалы» по компетенциям, о которых только что сказала наша ведущая. Время у нас с вами непростое, и организован этот чемпионат нетрадиционно, он будет проходить не в традиционном месте, а в выставочном центре Сибирь, но тем он для нас и дороже. И вот только что перед вами выступали ребята, и в их числе были три наших национальных чемпиона компетенции преподавания музыки в школе. И когда вот я смотрю на таких ребят, я понимаю, что мы делаем с вами все вместе, и эксперты, и ребята-участники, очень большое дело. Ну, кроме того, что мы с вами продвигаем наши компетенции, это преподавание в младших классах и преподавание музыки в школе. Мы с вами в лице этих компетенций продвигаем профессию, самую, на мой взгляд, уважаемую профессию, профессию учителя. Вы делаете участники и эксперты, и компатриоты, все-все вы делаете шаги развития, очень серьезные. Вместе с вами шаги развития делают ваши образовательные организации и, конечно, весь наш замечательный Красноярский край. В преддверии, я знаю, что уже наши юниоры начали свои соревнования, я хочу пожелать вам позитивного, бодрого настроения. Я хочу пожелать вам достижений и побед. Но, к сожалению, у нас по основной программе преподавания в младших классах три участника, и поэтому у нас будет всего одна медаль. Я повторяю, что эти медали будут стоить дорого. Желаю вам всего хорошего, удачи и побед. Сегодня в зале собрались представители экспертного сообщества, продвигающие идеи движения WorldSkills на территории Красноярского края. Давайте же познакомимся с ними. Сегодня с нами присутствует сертифицированный эксперт по компетенции преподавания музыки в школе, руководитель межрайонного ресурсного центра по работе с одаренными детьми Центрального территориального округа Красноярского края Ирина Юрьевна Худоногова. Чемпионата. Дорогие участники, мы просим вас подниматься на сцену для фотографий. Участники основной линейки компетенции преподавания музыки в школе. Маргарита Олеговна Яновская, компатриот Екатерина Сергеевна Соболева. София Игоревна Живаева, компатриот Лариса Михайловна Рыж. Спасибо большое. Итак, работают фотографы, памятная фотография.
двигаемся дальше и знакомимся с линейкой юниоры по компетенции преподавания музыки в школе. Участники также поднимаются на сцену, не забывая о масочном режиме. Итак, знакомимся. Екатерина Алексеевна Мурзина, компатриот Лариса Владимировна Комендантова. Константин Павлович Тремеков, гимназия номер 5, города Красноярска. Даниил Сергеевич Корниенко, компатриот Виктория Владимировна Юркина, гимназия номер 13, академ. Григорий Александрович Поляков, компатриот Сергей Александрович Калюжин. Гимназия номер 9 города Красноярска. Добрый день, дорогие друзья! Вы знаете, сейчас смотрела на эту сцену и поймала себя на интересной мысли. Впервые на этой сцене собрались опытные наши участники, молодые наши участники и престарелые наши участники, которые сейчас уже перешли в ранг тренеров и экспертов. Практически все компатриоты, которые здесь сидят у молодежной линейки, они уже когда-то были участвовали в СКИСе. И это очень радует, да, что наше движение оно объединяет не только всю страну, там, Россию, да, но и все отрасли. Я очень сильно надеюсь, что наши молодые участники будут в следующем году, там, через год, через два, уже готовы к линейке. А нашим взрослым желаю побед, успехов и всего самого-самого-самого лучшего. И главное, быть человеком. Спасибо. Да.
Турова. Школа номер 115 города Красноярска. Компатриот Екатерина Андреевна Гришина. Участник Виктория Кадырбаева, лицей номер 1 города Ачинска. Компатриот Наталья Владимировна Костюченко. Номер 7 города Красноярска. Компатриот Анастасия Евгеньевна Полюхова. Так работают фотографы, участники, помашите в камеру. Коллеги из экспертно-оценивающего сообщества, независимые эксперты, эксперты, которые представляют юниоров на площадках, я вас всех поздравляю с тем, что мы в таких условиях смогли открыть эти площадки. Я поздравляю ребят с тем, что они, юниоры, впервые берут вершины профессиональных проб. Для тех, кто уже учится и кто уже студент, это первый опыт, первый такой педагогический дебют. Я рада, что в этом году мы продолжаем расти и развиваться. И наши эксперты из основной группы частично теперь работают и в группе юниоров. Тем самым мы понимаем, что тот опыт, который мы накопили в рамках чемпионата, он будет, собственно, распространяться и расти. Надеемся в следующем году открыть линейку «Навыки мудрых», поэтому наш старший состав готовится. Ну что, я хочу пожелать только одного всем участникам. Пусть победит сильнейший. Ветер держит тебя на руках.
Сахарная плакон, мечту свою ты встретишь и любовь. Если сердце не дает солнцу навстречу за окном, смело идти только вперед, это легко. Удачи вам, дорогие участники, и пусть победит!